Так как же я на поезд опоздал? У меня завтра день рождения внука, двойняшки по 5 лет. Если бы раньше вспомнил, я бы успел. Можно сегодня успеть. Я сейчас позову Брусничкина. У него графики, расчеты. Он точно все скажет. Он у меня не ошибается. Плюс-минус 1 минута. Проверено. А неудобно как-то? О внуках мы не скажем. Завтра ответственно совещание в области. А для него главное, это чтобы была поставлена цель. И если есть цель, он ее достигает. Рискнем? В принципе, возможно. Если выйдем не позже, чем через 2 минуты. Я готов. Лурион Степанович, так толком о деле не поговорили. Приезжайте еще. Можно организовать такую рыбалку. Созвонимся, созвонимся. Привет. А говорят, вы хотите стать космонавтом. Извините, придется идти с повышенной скоростью, поэтому, чтобы меня не отвлекаться, разговаривать не будем. Хорошо, хорошо, понимаю, конечно. Если бы мы... Никаких «если бы». У меня в запасе было минимум 4 секунды. Ну, ничего страшного, если мы опоздаем. Но поеду на следующем поезде. Следующий будет только завтра утром. Тогда вы обязательно опоздаете на совещание. Совещаемся, совещаемся. А толку? Извините, я не могу разговаривать. Здесь трудный участок. Молчу, молчу. Молчу. Перестаньте гнать! Прекратите! Немедленно прекратите! Приехали. Что с вами? У вас только 2 минуты. Нет у меня ничего. Я никуда не поеду. Оставьте меня в покое. Я повторяю, у вас только 2 минуты. Оставьте. Все.